Почему говорят, что учителя выки каменные сердца? Согласно фразеологическому словарю русского литературного языка, о человеке бесчувственном, бессердечном, жестоком говорят, что у него каменное сердце. Эксперты утверждают, что это выражение пришло из Библии. В Ветхом Завете в книге пророка Иезекииля сказано: «Дух новый вложу в них, и возьму из них сердце каменное, а дам сердце из плоти», то есть способное чувствовать, сопереживать. А если человек был жестокий, лишенный чувства сострадания, люди считали, что в его груди осталось каменное сердце. Так и появилась пословица «каменное сердце не смягчишь». В Индии тоже сравнивают сердце жестокого человека с камнем. Только говорят, камню и пиявке не присосаться. Паттер пар джоб нахи лагти.